Древний город, славные традиции. Ядрин отметил День города. Он был основан в 1590 году как военно-феодальное укрепление на восточной окраине русского государства. По легенде, во времена войны Ивана Грозного с Казанским ханством именно здесь изготавливались ядра. О прошлом и настоящем города в нашем репортаже. Сегодня жители города Ядрина отметили не только День государственного флага Российской Федерации, но и День города. Ему сегодня исполнилось 425 лет. К празднику готовились. С самого утра жители и гостей старинного города радовали развернувшиеся на улицах выставки. Основные мероприятия состоялись на территории парка отдыха «Старый город». Здесь же работала национальная кухня. Приятно прогуляться по чистому, ухоженному городу, отметил Михаил Игнатьев. Я поздравляю вас с этими двумя замечательными, прекрасными праздниками. Хочется пожелать вам мира, согласия, дружбы, любви, долголетия и дальнейших побед. Ядрин возник как сторожевой пункт. Первыми жителями крепости были стрельцы, пушкари и другие служивые люди. Но у города не только славная история, у него хорошее настоящее. Город развивается с тех пор. Если сначала там жили где-то 200 человек только в крепости, сейчас уже у нас около 9 тысяч человек в Ядрине проживает. Город меняется, растет. Людям есть где работать и жить. И есть места и молодежи работать. Ну, не говоря уже о детских садах, то, что новые появляются, строятся. Гордимся нашим городом, радуемся за него. Ну, этот праздник для меня, конечно, очень важен. Видел и вижу, как сейчас Ядрин развивается. Я считаю сейчас очень это современный, красивый, любимый наш город. Народ здесь добрый. Поздравить жителей с 425-летием приехали и представители соседних регионов. Ансамбль «Шилык», что в переводе означает «серебряный уголок», из Горномарийского района. На Ядринской земле они впервые. Нам очень понравилось... Ваша праздничная атмосфера, очень теплый и радушный прием. Масштабно, грандиозно, все очень красочно. И оформление, и задумка неплохая очень. В принципе, праздник, мне кажется, замечательный. Жители, внесшие особый вклад в развитие города, были награждены грамотами и благодарственными письмами. Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов, Республика.